Сегодня на конференции регионального отделения «Единой России» определены кандидаты от этой партии на выборы в городской совет. В списке лишь одна фамилия – Эдхам Акбулатова. Все остальные будут баллотироваться по 18 одномандатным округам. Планируется, что в каждом из округов партию будут представлять от 1 до 3 кандидатов. Напомню, до формирования списка партия проводила праймерис, в которых участвовало более 140 человек. В список вошли достойные люди. Это и новые кандидаты, новые лица, которые будут баллотироваться в городской совет. Это и уже зарекомендовавшие себя депутаты, которые работали в городском совете. И лично для меня, как для главы города, это очень важно, чтобы в городской совет пришли активные, деятельные красноярцы, настоящие патриоты своего города, потому что от взаимодействия администрации города и городского совета зависит качество решения городских проблем.